Ребятки, всем приветик! Гуляю по Красной сегодня и хотела вам показать, какие машины здесь у россиян. Ты же рассказываешь, что санкции, вообще как бы жизнь такая ужасная, плохая. Вот Мерседес подъехал, да? До этого я тут стояла, прямо возле меня стоял прям такой новенький Порше. Потом подъехал нулевый Мерс. И вот сейчас, вы видите, стоит вот Range Rover, да? И такие машины как бы нехилые, которые подъезжают. Также посмотрите, как одет народ, который гуляет по Красной. Сегодня прохладно, и сегодня суббота, и народ как бы по полной программе гуляет. А теперь мы идем просто мимо стоянки, да, и смотрим, какие машины стоят на стоянке вдоль улицы Красной. И скажите мне, и как одет народ? Вот, и скажите, что вы видите, что санкции, да? Народ ездит вообще непонятно на чем. Вот, смотрите. Audi, BMW. Вот это, наверное, корейская какая-то, но симпатичная машинка. Опять Audi. Мерс. Шкода, BMW, Шкода, Мерс, Киа. Вот это, я не знаю, что-то старенькое. Вот, наверное, китайский. Тойота, по-моему. Ниссан. А я еду. Какой-то джип. Не знаю, это что за... Ленд. Лендровер написано. Да, японский. Это тоже, наверное, Мерс джип. Шкоды всякие. Мерсы. И... Дексус, Шкода. Шкода. Что еще? Volkswagen. Kia. Очень симпатичная такая арка. Пахнет очень вкусно. Не знаю, что это. Наверное, китайский, может. Что за машинка вот эта? Кто знает. Kia. Мерсик. Вот. Это кафешка, в которую я люблю ходить. Зовут кафешка Родинка. Родина Кия, да? Очень симпатично. У меня много видео из этого кафешки. Очень вкусно готовят. Вот. Что еще мы смотрим? BMW. Тойота. Опять, по-моему, Nissan. Это, наверное, китаец. Это джип. Ford. Да не знаю, что. Вот какая-то старая Лада стоит у кого-то. Вот. Шкода, Тойота, Киа, BMW. И вот смотрим на машины, которые на улице. Вот мы проезжаем, проводим, да, и машины какие тут стоят, тут да, люди. Смотрим. Вот скажите мне, это вам говорит о том, что здесь сильные санкции, и люди еле-еле выживают? Мне тоже говорят, вот ты снимаешь там какие-то классные места, люди еле выживают, там тоже Мерс красный, да? Вот, вот и скажите, кто-то же на этих машинах ездит? Понятно? Кто-то же на этих машинах ездит, ребята? Это же не Жигули здесь стоят старые. Прелесть какая. То есть люди какие-то ездят на этих машинах? Это Краснодар. То есть рассказывать мне, что только в Москве все хорошо живут,
А это самое, в других городах вообще нищета? Ну тогда скажите мне, кто ездит на этих всех машинах? Ши. BMW. Шкода. Мерседес. Форд. Ауди. Это я просто вот вокруг квартала прошла. Я иду к себе домой. Я вот в этом доме живу. Кия. И просто прохожу по улице вдоль. Ну, ко входу иду. Вот смотрите, что это? Это что, нищие и бедные русские так живут? Я не знаю. И ведь это же не одна такая машина стоит, а куча таких машинок. Вот, Бимер стоит тоже. Вон Бимер. У меня у подружки, у подружек, у обоих Мерседесов, двух других Лексусы новые. А там китаец, по-моему, стоит такой симпатичный. Вот этот вот. Не знаю, почему мне пишут в комментариях возмущенные слова о том, что русские ездят на китайцах. А что плохого? Гляньте, какой стоит симпатичный китаец. Я не вижу никаких проблем. Говорят, кто купил, очень довольны. Я разговаривала, за мной как-то приехало такси. Этот бизнес-класс. А и он приехал на китайской машине, вот Мерси. И он очень доволен. Вот это мой дом. Новый ресторан, кстати, открыли, Раковая. Кто не был в Краснодаре, сходите. Кто любит раки. Мне, конечно, к ним равнодушно отношусь, но пахнет раками реально оттуда. Ну, кому пахнет, кому не очень пахнет, если вы не любите раки. Это пахнет вам не очень раками. Так, что дальше? Какие? Ну, японки. Вот там Бимер тоже стоит. Мерс. Вот какая-то кебабная кафешка. Я сейчас не голодная. Сейчас пойдем еще вокруг дома обойдем. Новые автобусы вон на остановке стоят. Нулевые. Вот смотрим, какие машины ездят. Пока мы тут стоим на перекрестке, да? Так это я еще не по Красной, не по центральной улице прошла. По центральной я говорю, если такое время пройти, там конкретно это вот уже этот китаец поехал. Там будут эти, ну, вот эти поршики. Поршики и вот эти вот фольс. Ага. Дальше смотрим. Идем вдоль дома, глянем, кто припарковался. Ну, я так понимаю, что это, видимо, китайский. Тоже, чем вам? Почему такой негатив? Что с ними? Что-то не так с китайскими. Мне нравится форма и цвет. Вот, глядите, тут прям Volkswagen after Volkswagen. За Volkswagen это Шкоды, видимо. Вот это Шкода, да? Это Honda, но она какая симпатичная. Хондочка. Это Mazda. Это тоже Шкода. Какой-то симпатичный прямо микроавтобус большой. Honda. Nissan. Volkswagen. Ну, скажите, где... Вот вы меня ругаете, говорите, что какие-то китайцы заполонили, вообще все какие-то бедные в России, денег у них нету, это станции работают, люди сидят не в состоянии ездить на импортных машинах. В то же время я что-то не вижу особо, что все пересели резко на Лады и начали на Ладах ездить. Как ездили на импортных машинах люди? Так и ездят. Причем такие новые автобусы, троллейбусы новейшие, трамваи новейшие. Вот, ну что, ну скажите мне, что где стоят и где ты лады какие-нибудь, а? Я, может, что-то не вижу. Сейчас мы с вами поднимемся сюда. Вот, просто до конца квартала пройдем и посмотрим. Вон опять Бимер. Бимер. Митсубишка.
Это что? Забыла, как это называется машина. Не Киа, забыла, как она называется. Так. Тут никого. Вот это тоже, наверное, китаец, да? Навал. Вот. Ну, там Мерс стоит белый, видно. Вот здесь стоит новый Lexus. Здесь стоит Мерс. Это, наверное, тоже китайский. Кто-то. Не вижу на нем логотипа Volkswagen. Ну вот, вот и все, ребята. Вот я вам показала машины. Вот он прошел целый ряд. И что вы увидели, чтобы стояли какие-то убитые лады или Жигули, или что, чтобы мне рассказывайте в комментариях, что санкции работают, и машин импортных уже не осталось, либо на них частей нету. Полная фигня. Все как ездили на Мерсах и этих всяких Ауди, так и ездят. Ничего нового. Ну, плюс много китайцев, которые мне нравятся. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что за проблема, почему критикуют, что в России пересели на китайские машины. А что не так с китайцами? Что не так? Мне внешне они очень нравятся. Что они не так ездят, или скорость не такая, или что? Что за причина? Мне так нравятся симпатичные такие фары, у них такие прикольные, цвета какие угодно, покраска очень красивая такая, разного перламутрово, белые, серенькие такие симпатичные. Что не так с китайскими машинами? Их вот США на рынок не пускают, потому что они сразу составят конкуренцию тем же Теслам и японским машинам, которые собирают в Мексике или в США. Поэтому они не пускают китайцев на рынок просто для того, чтобы не было конкуренции. Иначе американцы даже не знают, что вообще существуют китайские машины. Вот. Ну, в общем, все. Вот репортаж вам про несчастных русских, которые не вылазят с бимеров.